Более 8 тысяч солдат и офицеров, 400 единиц техники, около 80 самолетов и вертолетов. В Ленинградской области сегодня стартовали масштабные совместные российско-белорусские учения «Щит Союза 2015». В минувшие выходные в 47-й регион прибыл эшелон с военнослужащими 6-й гвардейской механизированной бригады армии Республики Беларусь. Гости приехали со своей техникой и штатным вооружением. В ходе тренировок военные отрабатывают задачи по совместной обороне с переходом в контрнаступление. Один из сценариев – ликвидация незаконных вооруженных формирований. В небо уже поднялись вертолеты Ми-24, на позициях около сотни танков, наших и белорусских. Учениями руководят командующие войсками Западного военного округа России Анатолий Сидоров и первый замминистра обороны Республики Беларусь Олег Белоконев. Совместная тренировка завершится 16 сентября.